Депутаты городской думы сегодня увязли в вопросах бюджета. Почти час парламентарии разбирали пакет предложений по налогам и выделению финансирования на различные статьи. Доходы городского бюджета предложено увеличить в 2021 году на 2 231 тысячи рублей, а расходы на 21 миллион. Потратить бюджетные деньги предполагается на содержание тьюторов и вневедомственной охраны в образовательных учреждениях, поставку технологического оборудования в садик на Речной и ремонт фасадов на Ильиной улице. 10 миллионов предложено направить на содержание обновленного недавно наружного освещения в Великом Новгороде. Мы не говорим о замене освещения, замене светильника. Мы говорим про те регламентные и нерегламентные работы, которые будут выполняться в рамках этого контракта. Это замена аварийных опор, это замена СИПов и другие работы, которые не делаются в рамках этого контракта. После недолгих обсуждений изменения в бюджет были приняты. А вот другое предложение, призванное оздоровить городскую казну, забуксовало. Суть его – увеличение налоговой ставки на недвижимость, кадастровая стоимость которой превышает 7 миллионов рублей. Такого жилья в городе чуть меньше 500 единиц, и повышение налога могло бы принести в бюджет около 1 миллиона в год. Однако эту инициативу городские депутаты не поддержали.